Под руководством Елены Дорошенко исполнит танец «Пусть идет снег». Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Спасибо, Иванов, спасибо. Аплодируем красивому танцу ансамбля «Формейшн». Что просто не могу жить без вашего простоквашина. Для вас выступает коллектив «Апельсин». «Апельсин» споет вам песенку «Друзей». Поаплодируйте, поаплодируйте им. Ну, активнее, активнее поаплодируйте. Поприветствуйте. Вот младшая группа коллектива «Апельсин». Песенка «Друзей». Красота.
Для вас поет старшая группа коллектива «Апельсин» песня «Русская метелица». Встречайте! Отвечать, да или нет. Хорошо? Готовы?
Итак, что любит елочка? Колки и иголочки. Поактивнее. Пряники, конфеты. Как это она не любит пряники, конфеты? Да! Стулья, табуреты. Мишуру, гирлянды. Игры, маскарады. Скуку от безделья. Нет, молодцы. Детвору, веселье. Ландыши и розы. Дедушку Мороза. Звонки, смех и шутки. Сапоги и куртки. Как это нет? Чудеса под Новый год. С песней дружный хоровод. Молодцы, умницы. Молодцы, ребята. А сейчас мы с вами проверим, как вы умеете елочку наряжать. Вы же наряжаете с папами дома елочку? Молодцы, ребята. Давайте с вами из пап выберем две елочки. Кто согласен быть елочкой, пусть детишки наши украсят елочки. Вы согласны быть елочкой? Ну, кто-нибудь пусть согласен. Пойдемте. Ребятишки вас украсят, елочка, чтобы была красивой. Ну, может быть, кто-нибудь из мам согласится. Пойдемте скорее. Ну что вы боитесь? Так, одна елочка у нас есть. Вот еще одна елочка. Идите сюда, две елочки у нас такие красивые. Посмотрите, какие у нас елочки. А вы все будете наряжать эти две красивые елочки. Смотрите, у Снегурочки есть мишура. Ну так, у меня есть тут украшения, такие на елочку красивые. И мы сейчас будем подходить. Аккуратней. И мы сейчас будем подходить к нашим елочкам и наряжать. Давайте. Берите по одному, не спешите, чтобы елочки были красивые. Украшаем их с любовью. Украшаем. Не торопитесь. Вот, давайте, берите вместе. Идите украшать елочку, берите. Берите, берите. Украшаем елочку. Вот, несем, конечно, какая-то мишура. Скорее, украшаем елочку. Украшайте елочку, украшайте. О! Там даже игрушечки есть. Посмотрите, в коробочке у Снегурочки. Можно на пальчики повесить игрушечки. Посмотрите, как мы нарядили красивые елочки. Понравились вам елочки, какие вы сами нарядили? Понравились, ребят, или нет? Не слышу. Понравились? Не слышу. Молодцы. Красивые елочки получились. Вот какие елочки. Елочки у нас яркие, нарядные. Давайте с вами возле наших елочек сделаем большой хоровод. Возьмите за ручки все дружненько. Берите за ручки. Возьмите все вместе с нашими елочками под отцой. Берите за ручки. Берите за ручки. Берите за ручки. Поводим хоровод вместе с нашими даже елочками. Взгляните. Лучше мы товарищи в лоб с мешком.
туда игрушечки с наших елочек, коробочку. Аккуратненько только, чтобы игрушечки на следующий год нам пригодились. И мишура, и гирлянды. Аккуратненько сложим снегурочки, все в коробочку складывайте. Собираем, собираем все игрушки, мишуру, гирлянды. Вот какие мы молодцы. И нарядили елочку, и разобрали елочки. Похлопаем друг другу. Молодцы мы все, правда? Смотри-ка, без нас играют. А мы тоже хотим поиграть? Нет! Так, ну почему? Да! Можно, конечно, с нами поиграть, только пусть не безобразничают. Мы же добрые ребята. Да, пусть с нами поиграет и котик, и лисичка. Я увидел среди вас много талантливых ребят и решил провести отбор участников новой шоу-группы «Кисмяу». Для группы мне необходимы трубач, гитарист, ударник, пианист и, конечно же, солист этой группы. Итак, начнем! Сейчас мы раздадим вам воздушные шарики. У каждого из вас будет по 5 шариков. Значит, что вы должны сделать? Под музыку вы должны, кто быстрее, надуть шарики. Кто быстрее надует из вас 5 шариков, тот и будет трубачом в моей группе. Подождите. Так, все получили шарики? Все получили шарики. Да? Остальные все хлопают и поддерживают. Итак, начинаем. Давайте, 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 завязывайте, завязывайте. Надуваем шарики и завязываем тут же. Ну что? Надул кто-нибудь 5 шариков? Кто? Кто? А вот тоже 5 шариков. Вот. И тут есть. Так, а кого самые большие? У Дианы. Хорошо. Отдаем шарики. Значит, как тебя зовут? Диана. Диана будет трубачом в моей группе. Ты остаешься, остальные отходят. Сейчас еще будем играть, ребята. Так. Со мной остается трубач. Вы отходите, отходите дальше, отходите. Теперь в мою группу мне нужен гитарист. Здесь участвуют все. Итак, поехали! Быстрее, быстрее, давайте! Как тебя зовут? Максим! Максим будет гитаристом в моей шоу-группе. Итак, теперь в мою группу мне нужен ударник. Мне нужно 4 человека. Давайте, вот, которые вот дальние, дальние, идите сюда. Так, все, есть у меня 4 человека, да? Все, 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 закончили. Итак, ну не знаю, мне вот, вот девочка вот понравилась, и она так... Ну давайте, девочка, вот девочка, как тебя зовут?
Вероника Ивановна Малютина. Вероника Ивановна. Вероника Ивановна, значит, будет ударником в моей группе. Идите, как все знают. Так скажите мне, а кто-нибудь умеет на пианино играть? Поднимите руку. Мне нужно три пианиста, три. Все. Так, становитесь сюда в линию. Вот представьте, что у вас перед вами пианино, да? Вот у тебя, отойдите чуть подальше, на потом. У тебя и у тебя пианино, да? Вот перед вами. Значит, тебе задание. Представь, вот что ты играешь, да, на концерте, вот полный зал зрителей, и вдруг у тебя зачесалось левое ухо. А тебе все равно нужно играть на пианино. Вот под музыку нужно сымитировать это все, поняла? А у меня не левое ухо, она зачесалась. Левое ухо. Где у тебя левое ухо? Где? Вот это. Так, твое задание. Ты играешь на пианино, и к тебе пристал надоедливый комар и сел тебе на нос. Ты от него отмахиваешься, но ты продолжаешь играть на пианино. А твое задание. Ты играешь на пианино, и вдруг обнаруживаешь, что на стул кто-то подложил кнопку. А вы не перестаете играть. Все поняли задание? Итак, начинаем. Тиши. Вот, уйди с экрана. Молодцы. Ну кого мы выберем? Наверное, у кого на носу комар сидел, да? А кого? Кто на кнопочке сидел? У кого комар? Хорошо, как тебя зовут? Соня Панова. Соня Панова, будешь в моей группе пианисткой. Ну а теперь самое главное. В мою группу мне нужен солист. Кто знает песенку «В лесу родилась елочка»? Сейчас все становитесь и все по одной строчке все поем эту песню. Давайте, выстраивайтесь. Начнем. В лесу родилась елочка. Даже. Помогите. Первую, наверное, да? Как тебя зовут? Маша. Маша будет у нас солисткой моей группы. Идите, становитесь. Итак, выбор сделан. Знакомьтесь, новая шоу-группа Кис Мяу. Аплодисменты. Ваня. Друзья, вы свидетели необычного зрелища. В будущем популярная группа, а я в этом не сомневаюсь, впервые для вас исполняет свой первый хит песня «Черный кот». Ну-ка, солистка моя. Bye.
Деревья шумят, и из шума не слышно, как в курятник пробирается лиса. Вдруг закричал петух. Почуяв лису, пес залаял и погнался за ним. Выбежал из дома хозяин и стал кричать. Лиса убежала. Взъерошенный воробей испуганно летал вокруг дома. Пес, тяжело дыша и виляя хвостом, подошел к хозяину. Хозяин погладил пса и, довольный, пошел спать. Со сценарием я вас ознакомила. Теперь мы будем выбирать персонажей моего фильма. Значит, нам нужна... Нет. Вы приготовьтесь, показывать весь спектакль нашему режиссеру Лисе. Вы будете показывать мне весь спектакль,
что я вам буду... Нам надо будет, нужна будет луна, ветер. Слушайте внимательно. Луна, ветер, деревья, волки, пес, воробей, лиса, петух и хозяин. Но, нет, я буду выбирать из вас всех. Вы будете мне показывать, я вам говорю, внезапно, так, ночь, на небе зашла луна. Вы мне должны показать, как луна всходит. Самая лучшая луна, посмотри, лисичка. Самая-самая лучшая луна. Где у нас самая красивая луна? Выбирай, лисичка, самую красивую луну. Выбираем. Ты у нас будешь луной. Внимательно. Слушайте лисичку. Слушайте дальше. Внезапно подул сильный ветер. Но ветер, нет, ветер, это у нас будут оставшиеся. Те, кто не выйдет в главные роли, это будет у нас ветер и деревья. Значит, нам сейчас нужны. На окраине села дома вздрагивает пес. Покажите, как вздрагивает пес. Вздрагивает пес. Не лает, а вздрагивает. Холодно ему. Холодно. Как холодно. Показываем все, как вздрагивает пес. В лесу забыли волки. Громче. О, сколько у нас много волков. Ты у нас будешь волком. Недалеко на жердочке пристроился воробей. Надо будет показать воробья, как он дремлет, иногда открывая глаз один, то второй. Только чуть-чуть отодвиньтесь немножечко от меня. Вот так. Воробушек сидит на жердочке и закрывает то один глазик, то другой. Так, дремлет воробушек. Дремлет воробушек. Смотрите, какой воробушек красивый у нас. Так, следующий у нас должна быть кто? Лиса. Деревья шумят. Она не слышно, пробирается. Отойдите подальше, лисичка пробирается. Будете ко мне. Покажите, как лисичка пробирается в курятнику. Тихо, медленно, не спеша, чтобы ее никто не услышал и не заметил. Вот, самая у нас... Ты у нас лисичка. Самая у нас бесшумная лисичка. Тихая лисичка. Вдруг... закричал петух. Как кричит петух? Громче! Испуганный петух, очень испуганный. Испугался петушок. Что его съедят? Как у нас будет петушок? То есть он не особо так чисто петушок. Он мой родственник. Молодой. Да. Теперь нам нужен хозяин. Выбежал из дома. Вы слишком близко стоите. Я не буду видеть, как вы будете ко мне бежать. Как будет бежать хозяин спасать курятник. Правильно? Чуть-чуть еще подальше. Давайте еще подальше пойдем. А теперь из дома выбежал хозяин. Хозяин выбран. Теперь отходим назад немножко. И разделитесь пополам. Одни встаньте вот сюда. Вот это у нас будут деревья. Вот здесь будет ветер. А вот здесь у нас будет ветер. Где у нас детки, которые будут изображать ветер? Вот сюда. Идите сюда. Кто ветер? А вот здесь деревья. Давайте пополам разделимся. Вы будете деревья. А вы ветер. Нет, повернитесь ко мне лицом. Вы у нас кто? Деревья. А вы у нас кто? Ветер. Значит, ветер становится ровненько весь, а то у нас ветер какой-то беспорядочный такой. И теперь мы начинаем снимать наш фильм.
Внимательно ночь. Слушай. На небе зашла луна. Внезапно подул сильный-сильный ветер. Дует ветер, как дует, ветер дует, дует ветер. Дует, как он дует. Закачались деревья. Деревья закачались, покачайте веточками, закачались деревья. Забыли волки. Волки? Где у нас волки? Волки. Кто у нас воин? А ну-ка, волк сильнее, помогите ему, ребята, волки. А то... Вот. На окраине села дома стоит, вздрагивая, пес. Где у нас пес? Пес и дрожит тоже, вздрагивая. Деревья качаются. Деревья качаются, а ветер, ветер все дует. Дует. Дует сильно, сильно, сильно. Недалеко на жердочке пристроился воробей. Он дремлет, иногда открывая то один глаз, то другой. Глазик один открывает. Вы воробьи. Вы воробьи, вы должны стоять вон там со всеми, мы снимаем фильм. Воробушки открывают один глаз. Открывают воробушки, да. Деревья качаются, ветер дует. Деревья все качаются, деревья шумят, шумят деревья. Деревья молодцы, а ветер что-то у нас... Из-за шума ветра, ветер! Ветер дует сильно. Из-за шума не слышно, как курятник пробирается в леса. Лиса пробирается в курятник. Да, 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 где да, наша пробирается лиса? Вот наша лисичка, пробирается она. А деревья все шатаются. Деревья качаются. Ветер, ветер, ветер. Ветер дует сильно, сильно. Вдруг закричал петух, почуя лису. Помогите петушку. Пес залаял и погнался за лисой. Где пес? Где пес? Он гонится за лисой. Гонится, гонится за лисой. Деревья качаются, ветер дует, качаются деревья, веточки. И закричал. Хозяин, кричи. Уходи, лиса! Уходи, лиса! Умничка. Вот какой настрой хозяин. Лиса испугалась и убежала. Лиса убегает, она в деревья убегает, в лес. Деревья молодцы. Ветер, 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 давайте, умнички. Взъерошенный воробей испуганно летает вокруг дома. Воробей летают, воробьишки. Воробушки, воробушки полетели, воробушки, воробушки. Полетели. Полетели воробушки, полетели вокруг домика. Как крылышками воробушек машет. Полетели, полетели, полетели. Молодцы. Пес, тяжело дыша и виляя хвостом, подошел к хозяину. Подходи к хозяину. Вот. Дует ветер, дует. Хозяин дует. Погладил пса. Ветер дует. Погладил. Дует, дует. А ветер дует. Я не слышу ветер. Деревья молодцы, качаются. Деревья, качаются. Ой, как качаются наши под деревья. Под напором ветра. Хозяин погладил пса и довольный ушел спать. Молодцы, ребята, из вас получился замечательный фильм, и мы обязательно выиграем Оскара. А теперь веселимся. Танцуем, танцуем все. Желай зима в избушке.
как жарко, устал дедушка. Друзей, подруг, делаем большой-большой круг.